Вот и лето прошло, словно и не бывало. Не спешите впадать в объятия осенней депрессии. Впереди бархатный сезон, и канал «Влюбленные в путешествия» предлагает вашему вниманию 5 вариантов отдыха за границей осенью. Let's go на пляж! Средиземное море в начале осени еще большей частью теплое, до 26 градусов. Весьма уместно посетить курорты Греции, Турции, Италии, Испании. Хорошо в этом месяце и в Тунисе. Именно в сентябре здесь проходит множество фестивалей и водных праздников. Хорватия встретит вас в сентябре теплым климатом с температурой воды до 24 градусов. В Египте в это время уже нет дикого солнцепека, температура воды в Красном море до 28 градусов. Очень комфортно. Бархатный сезон – лучшее время для отдыха на Кипре. Если вы любите all-inclusive, вам прямая дорога в Турцию. Здесь сезон купания длится всю осень. Кроме того, конечно, в Турции у вас будут под рукой все виды досуга. Но захватите с собой теплые вещи, так как вечером в этот период уже бывает довольно прохладно. Если вас привлекает Греция, в сентябре отдайте предпочтение отдыху на крупных островах, например, Крите. Маленькие острова могут огорчить ветреной погодой. Поехав в Иорданию, вы не только отдохнете, но и сможете поправить свое здоровье. Многочисленные спа-центры, расположенные на берегах Мертвого моря, предлагают большое количество процедур. Экзотика в бархатный сезон. Конечно же, вне конкуренции Куба, хотя в сентябре могут быть и ливни. В Таиланде в это время температура воздуха 20-24 градуса. Побалуйте себя водным спортом и дайвингом в Паттайе, виндсерфингом в Крабе, умиротворенным отдыхом на Пхи-Пхи и многим другим. В сентябре в Бангкоке проводится международный фестиваль музыки и танцев. В Пхукете вегетарианский фестиваль, знаменующий начало буддийского поста. Любите экскурсии? Сентябрь – лучшее время для экскурсий. Жары уже нет, но еще не холодно. Самое время повидать что-то новое и увлекательное. Прекрасный вариант – Прага с ее завораживающей готикой. Свежая идея – Стокгольм. В Швеции есть парк аттракционов Гренолунд. Музей сказок Юнибакен, музей группы Абба, самый большой в Скандинавии зоопарк и многое другое. Как это всегда бывает, зачарует своей романтикой вечно молодая Венеция. Удивит своим немного суровым шармом Санкт-Петербург, где в это время уже нет толкучки, в частности в музеях. Во Франции нельзя пройти мимо ошеломляющего Лувра, знаменитой Эйфелевой башни и многих других достопримечательностей Парижа. Фестивалей и праздников захотелось? Октоберфест, известный во всем мире пивной фестиваль, состоится 19 сентября в Мюнхене и 25 сентября в Штутгарте. Карнавал мировых культур в Гамбурге также привлекает массу народу. Также в столице Великобритании пройдет фестиваль Темзы. В его программе парады, ярмарки, концерты и шоу на плавучей сцене. Экстрима не хватает? Хотите прокатиться на лыжах с ветерком? В сентябре еще можно посетить известный горнолыжный курорт Les Deux Alpes во Франции. Не менее привлекателен в этом плане Зельден – горнолыжный курорт в Австрии, который находится в Отцале, крупнейшей долине Восточных Альп. Здесь люди катаются на лыжах круглый год. А в Швейцарии самые знаменитые курорты Цармат и Саас-Фе. Великолепного вам бархатного сезона и путешествуйте! От путешествий только польза!